Та-дам! Доброе утречко. Уже у нас время 10:30. Я сейчас встала с кровати. У меня так ноги болят, мышцы. Это вообще нереально. После уборки вчерашней мышцы болят. Потому что это нагрузочка для тела. Пошла я мываться. Смотрите, валяются. Лентяи. Красавчики. А? Яичницу ешь? Угу. Тебе нравится? Ай. Это бабушкин хлебушек, знаете, с маслом? Я не. Вкусный она готовит. Мам. И я сейчас его поем. И вот такую коколючку, и яичинку. Привет, человек. Привет. Мне скинулись деньгами на бэк семерку? Сейчас надо проверить. А куда скидывать-то? Почтовый ящик? Голубями отправлять почтовый. Лёш, ты так же кричишь. Идем одеваться, собираться мы. Та-дам. Смотрите, какой Лёшечка. Мадена. Покажи Бэтмена. Глаголит истину человек. Нет. Голыши, голыши, блин. Довольны. Нет. Ух ты, какой красответ, ребят. Мой дадыр. What's up? Да, скажи, what's up? Скажи так, what's up? What? У него английский, мне кажется, быстрее пойдет. А up скажи, up. Вот, молодец, what's up? Теперь вместе. What? Молодец. Давай, пока погуляй. Я в шоке. Посмотри на это нежность. Смотри, какие платьишки. Ну, ты посмотри. А смотри, как все. Да, это для нашего. Клево. Рэббит. Видели? Смотрите, какая красота. Зайчик 10 долларов, корзинка 6, да? Для Истер, да. А вот смотрите. Ну, у Тика на 4 года, знаете, сколько стоит? 17 долларов, а была 50. Какие с рубашечками. Да, мягенькие. Какие, да? Мягкие. И вот это за 20 долларов. Не будут потеть, Оль. Да, и не будут. Ты знаешь, что чем мне вот это не нравится, Оль? И светлое. Ой, секунду, да, все. Точно. Секунду, все. Пальчики остались. Будем сейчас смотрим. Вот эти вот клевые, смотрите, какие найковские. Тапки. 17 долларов. Вот эти тоже вот хорошие. Вот эти хорошие, да. Ой, эти. Скетчерс, да. Да, Скетчерс. Семерка. 35. И бежишь, знаешь, очень симпатично. Берюсь и Скетчерс вот такие, представляете, босоножки. Мне кажется, они маленькие. Вот пальцы, да? Торчат, как видели? Пальцы. А размер только 6. Нет, не может, и не будет. Это надо мерить. А кружка, кстати, натуральная. Да, да. Видишь, чувствуешь? Нет, ну они какие эти. Да все, и под джинсы. Да, вот. Да все это. Очень клево. А я вот все такие вот люблю. Это у нас непонятно, что это какой-то. Ой, а тут нога будет потеть. Ой, да. Ой, видите, эти все. Это вот такие еще, вот. Таких вот. И о, вот такие я обожаю. Блин, так это коуч. Да. Тут дергает, кто танцует голышом. Хотя, ну, слушай, ну у Москвы такие можешь было носить. Можно было, хотя и носят. $30. Смотрите. О, какие клевые. Смотрите, мне вот эти понравились ботинки. Клевые. Я такие люблю. Ну они стоят где-то $25. Да, она симпатичная. Да, ой, этот. 29. Помните, вот тип такой же за $6. Ой, эти какие-то собачки. Как, кстати, прикольно. Там бульдожки какие-то. Сколько они? На букву Х, что ли? Мы сейчас ходим, уже $17 дорого. Да, нам дорого. Вот эти 13. Потому что мы знаем, что можно найти за 5, за 7. Да. А вот это даже, допустим. Ну вот, это как домашняя какая-то. И сколько она? 13. 10. Ну, блин, можно за 5 такое. Все равно за 5 такое. Ну, качество, конечно, клевое. Она мягенькая очень. Мягенькая, и цвет хороший. Ну, все. Ну, все ты как... Все ясно нам вообще. За 5 найдем, и не купим уже. Точно. Да, ну, ничего здесь нет. Прям на клиренс. Да.
Сегодня народу, кстати, очень много в магазинах. А смотрите, штанишки какие, ну-ка. Так, так, так. Вот клёво. Что здесь надо. Вот, клевое, да. Они да, толстые, клёво. Нет? Но они... Нет, Олька, они не нет, толстые. Нет, не толстые. Нет, да. Тоненькие. И сколько они? 13. Теперь говорит, смотрите, какие штанишки клевые. А это дочка Трампа. Да, она Иванка вот свою, Трамп, да, линию? Да, да. Причем он все хочет производство здесь начать, чтобы... Вьетнам. Вьетнам, да, сейчас еще и Вьетнам еще Вьетнам. Даже ставлю. А пушка да. Чувствуется лучше, чем Китай. Лучше чувствуется, да. Вот так, а я не знала, что да. А у нее, у Трампа, у дочки... Ну это такая вещь, это хорошая шо. Такая ткань дорогая. Да чувствую, да, хорошая. Да. Видели, какой магазин большой? Тут чего только ой, нет. Calvin Klein, какой цвет. А вот Calvin Klein. А качество. Ой, какие мягенькие. А вот какой размер-то? Ну, шестерка. Шестерка. А стоит сколько? 30, да. Ну, Ольга, ну постоянно. Ну, качество класс вообще. А цвет какой? Ищем размер, а их нет. Тут двойки. А мне-то ноль нужен. 70 была. А 30. И 30 сейчас. Да. Очень даже ничего. Просто обыкновенная. Просто но вот она прикольная. Флешка, она очень классная. Смотрите, $16 для больших. Клевая кофта вообще. Клёвая. Качество обалденное. У нас такая бы стоила 1003, да, наверное. Знаю. Вот $16. Представляй, какая. Ну, класс. Ты купишь такой за 16 там? Нет. Представляй, какая. Накидушечная. $20, допустим, да? Вот. А вот мама. 20. Вот такая, смотри, с карманами. Какая классная. Да. Тут они все 16. 16, да. Да можно не смотреть. Кстати. О, какая большая. Блин, ну она, видишь, искусственная. Тоже для больших, но все равно. Держу. Вот ради интереса, тетя, а посмотрите, сколько она стоит. Сколько стоит? Я держу. Вот она. Здесь 26. Вот 26 всего. Да, мех можно отковырять, он искусственный. Да, он его отстегивается. Вот. А, тем более. Вот, все, его нет. Все, вот, пришил вот, какую-нибудь. $17 на клиренсе. Качество просто шикарное. Но я покупать не буду. Смотрите, какой рюкзак клёвый. Вот такой мягенький. Это просто чудо, Calvin Klein. Он очень круто. Стоил 158. Так хочется, но... Я такие деньги не трачу на рюкзаки. ГСС-ку, сумочка. Никому не надо за $50. Вот это что такое вообще? Ну это а мода такая, $30. Ну ладно, в будущее на чувака похоже будет бабушка. Да. А я сумку нашла за $30 клевую. Видели сумку? Прикольно, $18 все. Ее только вот так вот носить. Но мне с Лешкой такие сумки еще вообще неудобно. Но она такая мягкая. 4 надо показать. Это, кстати, интересно. $25 все. Ральф Лаурен. $48. Вот такая вот. А, если нашла ботинки, очень крутые. Натуральная замша. Вы видели, как я меряю ботинки это? Вы уже без сколько это? Ну и как это? Ну не поймешь. Как не поймешь? Два раза размера не поймешь. Че, как сильно, что ли? Ну не пойму, надо ходить, а они же не ноги прямо, как видел. Дис, меня хорошо сфотографировал. Олька, хорошо сделал все-таки. Вот это да. Молодец, как вы же фотографом, может, известным. Фотографом. Еще сам псику есть. А ты повы, о, вот так вот, давай. Чё-то так, не то нажал он уже. Ну покажи зачем. Лёш, вот так. Лёшка все ходит, теперь фотографирует всех. Клёво, я такую себе мечтаю. Сколько она стоит? 250, да? Как вот это вот можем мимо ну, пройти? Как мимо, да, красота, посмотри, 12 лет, даже... А вот это тоже красиво, очень куда-то более, пойти. Ладно, а первый? А это? Ай, я не могу. Мальчишки пошли сейчас в машину уже. У этого истерику маленькую, этот спать хочет большой, как всегда. Вот наша корзина, что мы купили. Что еще? Вот ботиночки мне. Вот за $3 Лешку. 4 ножницы взяла. Что еще? Какие-то палочки взяла. Кофе взяла. А я хочу фотку добавить в Инстаграм. ВКонтакте. Заходите, посмотрите. А тут... Ой, это пахнет. Вот это тоже вкусный. Ванила. А чайник, видели, какой клевый за $30? С собачками вон пришли. Такие клевые лабрадоры. Походкой! А где наши? Они там, наверное, спят уже в машине.
Дома сейчас смотрим, там сзади идет канал, и вонючка пахнет. Дома есть такие красивые очень. Дом. Интересные домики есть. У него Мерседес сюда стоит здесь. Да, да, нет, не здесь. Другой. Вот этот дом просто. Не, мы смотрели за сколько? За 240, в общем, за 250 тысяч. О, нет, это дорого. Он, во-первых, стоит мне он нравится, он с колоннами. Ну, он на дороге стоит. Да, он на дороге и канал звонит. Сиди, говорит, заедешь, ты не опять погружишь, говорит, мясо. Пока. Целуем. Смотрите, что Лёшка готовит. Там у нас такая котлет. Бычьи яйца, язык барана, селезёнка, битва скунса. Это кровь была. Какое-то извращенец. На самом деле, это мясо было для гамбургеров специально. А где баночка? Вот такие булочки у нас специально для гамбургеров. Дальше. Это соус, видите? Джуи соус, слопи, сопли для гамбургера. Значит, 1 pound beef надо, либо турки. Потом все это поджарить, размешать. Надо смешать вот с такой одной баночкой соуса и выкладывать все на серф. Ужас, да? Сервировать на стол. Сервировать, ужас. Русский и английский трэш. У меня не было этого бифа, поэтому я говорю, я добавил сюда бычьи яйца. Лёшка говорит, очень вкусно получилось. Наушники в уши, запихиваем, начинаем делать видосик. Ты. Мечтает, лежит. Я мечтаю, да, я собираю деньги на Б8. От вас подписчиков. Где голуби-то? Я на голубе еще почтовую не видел. Летят долго от нас. Голуби что-то вообще летят из России. Пока папа спит, Лёшка уже проснулся. А я начинаю готовить картошечку. Мы с Лёшкой вышли на прогулку. Вон своя тачка. Пойдем там. Смотрите, нам столбики уже сделали. На следующий день уже они были. Представляете, ласточки летают, вон, смотрите. Какая красивая. Я их давно не видела. Смотрите, какой-то фрукт лежит. Поехали? Лёшка уже опять упал, все коленки размял. Надо ему на прогулку на коленники одевать. Вон белочка сидит, Лёш. Не поверь, тётя звонит, говорит, Оль, пусть Лёшка заедет, говорит, я мясо сделала. Вкусный рулетик такой мясной сделала. Я думаю... Я Лёшке говорю, Лёш, я говорю, ну тетир, представляешь, какой молодец. Если честно, мне так неудобно, она готовит, всё даёт. Ну. А я ничего ей не готовлю, не даю, потому что я ничего таких особо вкусняшек не делаю. Сейчас я буду делать видосик. Тетира нам отдала, представляете, чтобы не врезаться сюда. Лёшка больше вот так вот не сделала. Один раз только так сделал. Угу. Папа уже сбегал. Смотрите, что папа купил нам у нас в Walmart. Пока я монтирую видео, вот такие вот они панкейкс. Сидим и следим с Лёшкой и говорим, хотим пепси, да? Пепси. 24 бутылки, сколько? 24 бутылки, представляете, баночки. 9 литров. 6,48, да 6,50. Давай кушать. А еще Лёшка доволен, потому что видел. Пати сайз. МСДМ. 1 килограмм 200. Килограмм 200. То есть получается здесь... 42 лоза. 9 долларов. Покушали. Сейчас с Лёшкой алфавит. Будем ABCD EFG учить. Лёшка работает. Я сейчас доделаю, домонтирую видео. Оно загружается на YouTube где-то 1.5 часа долго очень. Поэтому сейчас 10. Мне ещё Лёшку мыть. Ну а что делать? Жить надо, правильно? Что делать ещё? А теперь давайте будем гадать. Получится ли у нас сегодня заснуть пораньше? Нет. Машинка ещё сушится. Мне еще надо пару товаров добавить в Инстаграм. Мне надо переписать это видео, мне надо написать текст к видео, которое сейчас опубликуется. Интересно, успеем ли раньше лечь спать? Мне еще умываться надо? Нет. Ничего не успеваешь делать за целый день. Как быть? Как же жить? Почему 24 часа только? Нет. В сутках. Раньше я помню, знаете, думала, когда я работала, вот на работе всегда думала, скорее бы время пролетело, скорее бы, ой, еще полдня прошло, домой хочу, скорее, там час остался, ой, я хочу домой. Считала каждую минуту, а сейчас наоборот, не хватает времени. Вот так.
Жизнь меняется, да, как кардинально? Нет. Время тоже меняется для тебя, осознательно меняется. Нет. Да хватит тебя, как Лёша маленький. Вот два одинаковых человека вообще. Просто будем жить, наслаждаться тем, что есть. 24 часами в сутки. Всем пока.